границы, готовя на как бы нашим гимнасткам соперниц. Но на самом-то деле просто уровень наших гимнасток таков, что там готовь не готовь, а наши всех победят. Поэтому я-то думаю, что пусть едут все куда хотят. А уж Осетина-то и тем более. Итак, перед вами финалисты. В синем болгарский борец Михаил Ганев. Тот самый, что обыграл таки в полуфинале Кцоева. В тяжелейшем сражении против него Заурбек Сахиев. В синем, разумеется. Мы не говорили о титулах для этих борцов, да? Потому что Заурбек Сахиев, Узбекистан, чемпион мира 2009 года и бронзовый призер чемпионата мира 2006 и 2007 годов. То есть на секундочку, это вот чемпион мира защищает свой титул. Но у него серьезнейший соперник. Потому что вот если такого Кцоева, который в ярости вот во встрече за третье место просто вот растерзал соперника, и вот если такого Кцоева Ганев победил, то насколько же силен он сам? Вот. Ну, будем смотреть. И вот получается, что они равно сильны или как минимум равно опасаются, истерегутся друг друга. Потому что уже больше минуты, а по нулям и почти без попыток атаковать. Ну вот мы говорили все время, что азербайджанская школа хорошая, а вот здесь в вольной борьбе Узбекистан тоже будет преподносить сюрпризы. Там люди толковые собрались в борцовском штабе. Знает, что делают. Все-таки прошел болгарин в ноги Сахиева. Ну и... Ох ты! Ну и все-таки зарабатывает свой балл. А мне показалось, что вот Сахиев сейчас вывернется. Нет, 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 нет. Ну, нет. Показалось. Да, показалось. Болгары всегда, секунданты, очень эмоционально себя ведут. По-моему, не всегда, Александр Владимирович, потому что я вспоминаю вчера, как... Всегда проигрываешь себе. Всегда проигрываешь. И всегда укоряешь только себя. Не будешь говорить, а какой противный соперник. Вот он не так сделал, он не так поступил. Ну, Заурбеку сейчас нужно ломать. Шикарно. Шикарно прошел, да. Я, как вы уже понимаете, говорю так же, как и вы говорите. Использую ваш словесный запас, потому что по-другому, наверное, и не скажешь. Вот тебе раз, да. Накатик сделал. И очень хороший накат, то есть уверенно. Ну, можно было и не поднимать портер, потому что, я не знаю, на руках, может быть, что-нибудь показал. Разворот, да? Другой разворот. Сахиев борется совершенно иначе в этом периоде. Агрессивно, другой, резко. Другой, другой, то есть, да. Видимо, тех двух минут ему хватило на изучение соперника? Да нет, может быть, опять... Просто здоровско прошел, да? Я Михаила не пойму. Да-да-да, я не знаю, насколько вы строги к повторяемым ошибкам. Да-да-да. Повторяемым. Да. Я поэтому и сказал, что дать Кцоеву сейчас еще раз встретиться с Ганевым, и результат был бы, мне кажется, другой. Ну, может быть, еще и встретиться когда-нибудь. Обязательно. Обязательно. Знаете, как зарубка на снайперской винтовке. Обязательно встретиться, обязательно устроить повторную дуэль. Совершенно не могу понять, что Михаил вот думает, чувствует. Совершенно другой человек в этом периоде, во втором, да? Поплывший почему-то, толкающийся.
Ошеломленный тем, что первый период он боролся с одним спортсменом, а на второй ему предложили кого-то другого. Напоминаю, финал как-никак. То есть, если вы правы в отношении Ганева, что он поплыл, то ему скорее надо приплывать обратно. Потому что третий период сейчас в нем как все получится, решается. Как получится, как получится. Опять пошел. Выиграл. И опять преуспел. Выиграл. То есть все, что удалось Ганеву, это вот не дать себя захватить за ногу, но и все. А бал-то все равно так или иначе у соперника. Но в третий раз проводил то же самое. И по тому же самому образцу. Так опять если работает. Пошел, опять пошел. Ну, вы знаете, просто нельзя так в финале. Нельзя в финале. Эх, конечно. Вот сейчас, я думаю, что этот поединок посмотрит Кцоев, да, и думает, бог ты мой. И кому я проиграл? Да, кому я проиграл, да. Казалось бы, все ясно. Превосходство Сахиева. Во втором и третьем периодах громадно. Но еще целая минута. Как вы полагаете? Зурбек, вот сейчас он должен повязать ручки, так подергать, имитировать проход в ноги. И пойти в атаку. Эх, вот это нехорошо. Но просто... Все. Вот это начинай да. сначала. Об этом и речь, да? Вот, начинай сначала все. Начинай все сначала. Более того, а то и с минуса начинай. Можно ожидать вот такого, да? Бряк на лопатке. Ты же героем был во втором периоде, да? На тебя уже все начали молиться. Уже все, кажется, было решено. Ладно, ладно, еще не вечер. 24 секунды у Заура Сахиева есть. Нет. Заурбек меня просто расстроил. Подождите, подождите, вдруг еще... Расстроил, все равно расстроил. Нельзя так, ну... Вот болгарин ему не отдаст бал в этой ситуации. Не отдаст. Так бал мало. Не подпустит. Нет, ну я понимаю, на бросок, который... Все. Все, ликуют болгары, встали 3 секунды. Вот тот, кого мы считали подсдохшим, да, делает кульбит. Да, и в прямом, и в переносном смысле. Да. В прямом эфире, в переносном смысле. Перестаньте назад, я уж не знаю, как в гимнастике у вас это называется. Просто задняя. А с другой стороны, понимаете, вот хорошо, что не расписано все как по нотам, да? Конечно. Вот вышел. Я только пытаюсь понять, мы ведь сейчас увидим в повторе тот эпизод, который... Когда он ложился лопатками на ковер просто. Когда, да, тот эпизод, который все, собственно, и перевернул с ног на голову или с головы на ноги. Вот как же так получилось-то? Что неправильно? Нет, это пока у Сахиева все хорошо. Да, вот эти повторы. Это то, что у него великолепно получилось. Это то, чем уже заканчивалось, то, что у него не получилось. Самое любопытное, он взял за крестный захват ноги, ног и стал вертеть не в ту сторону. Вот я и пытаюсь понять, что это было. Почти. Можно ли сказать, что Ганеву в этой ситуации фантастически повезло? Нет, тут нет фантастического везения, тут или какая-то растерянность, или какая-то промашка, я не знаю... Вот я не пойму эту ситуацию. Понимаете, ведь вот Заурбек был совершенно другой, красавец, да, во втором периоде. Все, сломал, загнал соперника в угол. Да, раз за разом проходил Ганева в ноги. Причем Заурбек меня удивил, что он в первом периоде был никакой. Во втором совершенно другая картина боя, и в третьем пропусти такие плюхи.